в последнее время очень много в этом участвуем. Нам это направление очень близко, очень нравится, и много создаем всяких инсталляций объектов. Что такое ленд-арт и с чем его едят, Благовещенцам рассказал дизайнер из Новосибирска. Но не просто рассказал, предложил попрактиковаться. Вместе с пришедшими на мастер-класс решил собрать динозавра. Роман Штенгауэр уверен, это фишка города. Конструкцию выполняли из природных материалов. Это объекты, которые создаются из натуральных природных материалов. То есть изначально это были там ветки, кора, стволы деревьев, ну, вот все, что... Все, что в природе у тебя здесь сейчас, то ну, сейчас, когда это происходит в городе, это делается там, с металлической конструкцией обычно, чтобы это было более долговечно, более безопасно, чтобы ничего ни на кого не упало, это там цементируется, все надежно устанавливается, ну а материалы остаются, собственно, те же. Еву Аржаеву на мастер-класс привела мама. Несмотря на сложности, работа с деревом получалась не всегда. Девочка получила море удовольствия. Ну, там ветка большая, там всякие лишние ветки, там их надо что-то чикать, там проволокой что-то завязывать. Там, не знаю, где-то по росту не подхожу. Вообще весь арт-объект состоит из каркаса и веток. Основу собирали 3 дня по чертежам. С природным материалом помогли специалисты ГСТК. Хорошо продумали его, поэтому он был простой и продуманный. Соответственно, не было таких сложностей, что как-то какие-то детали не сходились. То есть просто с чертежа брал размеры, прикручивал, по углам все вымерял и все. С деревом было все просто, там довольно-таки быстро сделали, часов за 8. Вот с металлом немножко помучились, ну там нужно симметрию было соблюсти, плюс усилить, чтобы конструкция была крепкая. Поучаствовали в создании динозавра дизайнеры, активисты, флористы, преподаватели, студенты, кадеты. Высоту Лоротитан 3 метра, в длину 6. Напомним, это не первый арт-объект, посвященный крупному месторождению динозавров в Благовещенске. В прошлом году на набережной Амура установили скульптуру амурозавра. Рядом следы керберозавра. Еще один представитель пресмыкающийся стоит на конечной остановке пятерки. Сергей Воравка, Дмитрий Тарасов, программа «Город».